девочки. Это вот мы заехали в магазин, а это девочки приехали домой. Вот столько у нас пожитков. Кто это? Петухи, курочки. Мы с Анюткой пришли подать заявление в детский лагерь и зашли вот здесь, вот во дворце. Посмотри, а это кто? Это ты знаешь кто? Вот это вот. А? Это разве лебедь? Это гусь. Серый домашний гусь. Сега его зовут. Сега. Гуся Сега зовут. В машине вспотелася. А там кто? Мальчики. Неразлучные. А вон смотри какой там. Это что за птичка красненькая? Как называется птичка? Снегирь. Птичка Снегирь называется. Вон они какие сидят. Ой, он ругается. Смотри, что. Ругается. А там что? Это у нас дворец творчества юных здесь. Смотри, крыса куда залезла, Аня. Смотри, что. Ой, ругается. Там что-то попугайчик ругает. Смотри, что. Это не крыса, это шиншилла. Я сначала думала, что это крыса. А сбоку смотрю, хвостик у нее. Да, шиншилла. Шиншилла такая. А там посмотри, кто. Тоже шиншилки, да? Да? Иди вон здесь, с этой стороны, посмотри. Там еще кто есть. Кто здесь? Там-то кто, Аня? Кролики. Кролики. Только почему-то у него красные глаза. А у кроликов красные глаза у некоторых. У этого вот здесь есть персик. Он, видишь, у него кролик? Я не вижу его. Не видишь? Но я тебя сейчас подниму. А то у меня пакет в руке. Сейчас я камеру уберу. И тебя подниму. Там серенький такой мохнатый, мохнатый. Коричневенький кролик такой. Кролик. Давай вот так. Во. Видишь? Мохнатый какой. И глазки на нас смотрят. И у него, да, глазки смотрят. На нас. А там посмотри в домике. Смотри, в домике кто. Привет. Что он это делает? Кушает. Шишилка кушает, да? Палку кушает. Грызет. Палку. А этот сидит там. Спрятался. Их там два, что ли? Да. И здесь один маленький. Ой, выскочил. Здесь их три. Да. А ты здесь малыш, да? Да. А там посмотри, вот там кто спрятался? Аня, вот там. Вот там посмотри. Вот тут вот обойдись с этой стороны. Прямо такой мини-зоопарк. Кто там? Ёжик. Ёжик настоящий. Он колючий-колючий. Пыхтит они. А там кто? Тихонечко пройди. Тихонечко, бочком, бочком. Бочком проходи. О. Там кто? Это ежик спит. А там черепашка. Смотри, она смотрит на тебя. Головку подняла и смотрит на Анюту. А? Угу. Классно? Попугайчики-то какие разговорчивые. Как раненый солдат. Она ко мне повезла. Да. Почему он такие маленькие? Ну, они так по песку ползают, передвигаются. Тюшенька маме помогает сегодня. Приехали от бабулечки. Правда, она у нас слегка приболела. Сопли, горло. В общем, что? Я вообще с чего начала снимать-то? Ксения, вот такие вот мы с ней делаем красоту. Ксения сейчас украшает. Делаем вот такие пончики. Как вы видели в предыдущих влогах, папа нам подарил вот такой вот мультипекарь. Видите, мы в нем печем вот такие вот пончики, батончики. Вот, там много насадочек разных у нас. Вот видите, такие вот 6 набор для сэндвичей, для гриля, венские вафли, пончики и какая-то еще там, в общем, две, одна просто на ней можно что-нибудь поджарить, а вторая как гриль здесь отсвечивает. Не совсем видно,
В общем, вот такие вот вафли мы уже пробовали печь. Получаются вот такие вот кругленькие. Нам всем понравилось тоже. Ксюша с удовольствием прям пекла. А сейчас вот украшает, да? Красота. Облизывает, он стоит уже все руки в шоколаде. Ням-ням-ням, да? Вкусняшка. В общем, вот. Делаем красоту. Сладкие такие. Это кто здесь так на коленке уже поднимается? Вон она уже что стала как, да? Марьяна? Ото, опа, опа-па. Ку-ку. А ку-ку. Вот что начинается, да? Вот оно что начинается. Ты хочешь грызть кровать? Да? Она же невкусная. Марьяш! Марьяша! Марь, она невкусная. Не надо ее грызть. Съезжает, съезжает, съезжает. Эй! Алло! Алло! Ну и поза у тебя, девушка. Давай-ка, тяжело ведь так находиться-то в такой позе-то. Опа, вот так. Нет, да? Так было интересней? Так было интересней, да? Ты смешная. Он что творит уже, а? Вот что она творит. Вот что она творит. Да? Угу. Раз и все, хоп, и поднялась. Теперь тебе и в кроватке опасно оставлять, да? Мама, я возьму и поднимусь, встану, и вылезу из кровати, и побегу, побегу, да? И побегу куда-нибудь. Сынюту пришли на занятия, общаться с девочками. Папа, ты где столько хлеба-то у нас взял? Где-где? На халяве, на помойке взял. Где он еще можно взять? Хлеба столько. В России же не дают так хлеб бесплатно. А в Полюсторге раздают хлеб. Я зашел сегодня, купил булку хлеба. Так. Вернее, зашел купить булку хлеба. Купил ее на кассе. А мне говорит на кассе девушка, а что вы, говорит, вас не устраивает, говорит, вчерашний хлеб? Типа, бесплатно мы раздаем. Я говорю, блин, так я как бы это. Ну, свежего, короче, я все равно булку купил. И не удержался от халявы. У нас же все в России любят халяву. Короче, взял еще 3 булки. Там можно было взять, короче, булок 20-30. Что, так много прям стояло? Вот где выезжаешь, как... Ну, может, это какой-нибудь это странный хлеб? Вчерашний хлеб. Раздают. У них бывает 50% скидка на этот вчерашний хлеб. А сегодня у них, они говорят, мы делаем такую акцию. Я говорю, ну вообще в России тоже ну, странно. Ну круто, что? С одной стороны, чтобы бесплатно хлеб раздавали. Ну, в общем, вот такие вот. У нас не только почта хорошая, еще и магазины. Сухарей нажарим, да? Вот магазин Полюсторг, кстати, где мы все время закупаемся. Хороший магазин, там хороший хлеб вкусный. Наверху там, видишь, тоже? Да. Это мы в прошлый раз ездили с Анюткой. Думали, надо сдавать документы уже после того, как подашь заявление в лагере. Там мы на Ксюшу опять оформляем в этом году. Но нам сказали, что сейчас с этого года правила изменились немножечко, другие. И поэтому мы приехали подавать документы в лагерь, сдали. Сказали, 16 мая будет распределение путевок, и только тогда мы узнаем, попали мы или не попали. Написали во все возможные лагеря, все возможные смены. Надеемся, что хоть какой-нибудь попадем. Ну или хотя бы уже 20% от оплаты стоимости путевки в лагерь. А полная 15 тысяч стоит. А так, по-моему, 20% 3 с чем-то тысячи. Классная, Ксюш. А как она называется, тоже непонятно. Не знаю, тут вот написано какое-то. Это метиннис. Вот, семейство пираньевых. Кому хочется, поставьте на паузу. Это вот, да, семейство пираньевых. Ну, видишь, она похожа на огромную пиранью. Она злая. Или какой-то красногрудый паку, вот я не знаю. Нет, ну нет, грудь не красная же. Вот та маленькая. Но опять же, видишь, с возрастом грудина становится светло-серой. Может быть, она вот уже это... Большая? Да, ой, светло-серая. В общем, непонятно.
Тут живут еще скалярии, там всякие рыбешки. В прошлый раз с Анютой смотрели, но не засняли. Вот сегодня с Ксюшей вам показываю. Аня приехала с такими этими. Вот этот сом ее очень сильно поразил. С красным хвостом. Говорит, какие, мама, у него усы. Так она хотела сомика. И вот эти вот неончики уж ей больно понравились. Видите, какие маленькие, да. Аня, красные. Ксюша вот со мной сегодня. Все? Или еще будешь смотреть? А тут вот в прошлый раз в кабинете, вот в этом рядом с соседним, он был открыт, и мы зашли на экскурсию животных смотрели. А он один здесь живет, а там больше никого нет, никаких пиявочек. Нет, никого нет. Он тут один. Какой за это? А что он завис? Ну, он, видишь, шевелится. Ему тут неудобно. Ну, понятно, что ему здесь места мало, но что делать? Он получилось застрял. Вот поэтому мне и жалко и животных, и рыб. Представляешь, вот тебя посадят в один квадратный метр и сиди там, не шевелись. Зачем их поймали? Ну, все, пойдем. Зачем поймали? Чтобы вот ходили, и люди, интересно было им смотреть. Все ради интереса. Там вот смотри, еще улитка прилипла. Где? А вон там вон на стене. Маленькая. Маленькая-маленькая улиточка. Ее сначала было не заметно. Мальчики. Красота. Красиво, но мне их жалко всегда. Да, всех. И животных, и рыб. Ну все, пошли. Пойдем. Там еще с Нового года, наверное, остались декорации-то. А это не с этого, не с главной площади. Там такая же. Вот чем-то она похожа. Может, ее сюда переправили. Не говорите с ним. Говорите. Сега. Это же Сега, да? Сега. Он любит, когда с ним. Сега, ты герой. Я тебя... Я боюсь его. Нет. Да не бойтесь. Ой, мамочки. Саша, побатя. Поговори с ним. Скажи, Сега. 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 Ой, ой, тянется. Саша, к тебе. Ты лицо-то не подставляй, то глаз выклюнет тебе. Я вот тоже боюсь. Даже не вкусно, если его пожарить. Я тебя пожарю с яблоком. Какой Сега важный гусь. Где еще такая возможность пытаться с гусем пообщаться? Близко. Сильно близко. Потихонечку. Потихонечку. Every time I see you and I look into your eyes, there's a feeling that I get, and it's way down deep inside, girl. I've been trying to hold on, but you say that you're not sure. I just hope you realize when my heart is going through. Как ребенок маленький, когда надуваю, радуюсь этим шариком. Это вот такие вот шарики-колбаски, как позвонили, мне сказали, но на самом деле это шарики ШДМ. Будут, это для детского садика заказали, у меня постоянная клиентка. И вот сегодня у нее такая вот просьба надуть вот такие вот шарики-колбаски всех цветов радуги. То есть, видите, это красный, оранжевый, желтый, зеленый, в общем, 7 цветов. Они будут делать из него, из вот этого набора радугу, не знаю, либо ребята будут брать по разным сторонам, или как, в общем, я не знаю. И вот такие вот 6 синих и 6 зеленых шариков сейчас привезу Анютку на гимнастику и по пути завезу эти шарики. Сегодня день космонавтики. И по поводу, хотела сказать, по поводу нашего голосования. Огромное всем спасибо, кто за нас голосовал, кто принимал участие и голосовали за Ксюшу, которая принимала участие в конкурсе по ментальной арифметике. Я думаю, что этот влог выйдет пораньше.
Вернее, до голосования еще и будет возможность еще проголосовать, поэтому кому не сложно, перейдите по ссылочке, которая находится в описании, проголосуйте. Там есть такие вот, как они, графы, да, где можно проголосовать, нажать Ксения Вичтомова, дать за нее голос, не в комментарии написать, что мы за Ксению Вичтомову, а именно нажать вот эту вот, где идет, как она, ну, график для голосования и просмотреть видео. Потому что конкурс идет, вернее, организаторы очень хотели сделать этот конкурс, чтобы он был честным, но я их предупреждала, ну, вы сами видели в стриме, да, я говорила, что я их предупреждала, что они столкнутся с накруткой, и мы хотели честно, и потом они нам сами позвонили и попросили, говорить, пожалуйста, подключайте всех своих друзей, знакомых, потому что, ну, мы не можем и пойти на попятную сейчас, и у нас нет опыта вот в такого рода проведения конкурсов, поэтому, как бы, ну, вот, в общем, пока не могу сказать результаты, но по просмотрам Ксюшенька у нас лидирует. Ксения, держи давай камеру прямо, не коси. Вот. Ксюша у нас пока лидирует по количеству просмотров, но а по процентам голосов, я не знаю, там 100% какая-то накрутка. Но организаторы вроде бы говорят, что будут смотреть по количеству просмотров, либо как-то выйдут из этой ситуации. В общем, все, я поехала, повезла шарики. Пока-пока. Ну что-то у нас девочка электрическая сегодня, да? Что это у тебя такое? Ты робот? Покажи, что там. О, может, это бомба? Что это? У тебя бомба, и ты взорвешься? Нет. Смотрите, синий провод и красный. За какой дернуть, чтобы Аня взорвалась? Там еще у нее коробочка вон есть. Вон тут такая. Где коробочка у тебя? На поясе висит. Вон, видите, коробочка у нее. Все, она фиксирует. Сзади тоже все в проводах, да? Нет, сзади нету проводов. Может, спать собираемся. Ну, если честно, то это аппарат Холтер, да, насколько я не ошибаюсь, правильно называется. В общем, мы сдавали месяца два назад, наверное, кардиограмму в физкультурном диспансере, и там не очень хорошая у нее кардиограмма показала. Потом мы сдали уже повторную, сказали, что она еще больше ухудшилась. Потом мы сдали УЗИ сердца. УЗИ сердца ничего не обнаружено, никаких патологий нет, все хорошо. И нам порекомендовали сходить к кардиологу и поставили вот нам вот такой вот аппарат суточный, мониторит, в общем, сутки будем, записываем мы в такой, в лист, что Аня делает целый день, какие витаминки принимает, и завтра с утра ее уже снимут, и потом вот с этим результатом будем думать, что делать дальше, идем к кардиологу, что она нам скажет дальше, какие будут результаты, мы узнаем, посмотрим. Завтра. Ксюша сидит, он скрючилась что-то вся опять. Что скрючилась-то? А что ты наушники втыкнула? Ну, так ей там слушать надо, не втыкнула. Решает опять задачу уже перед сном. Ну и все. Всем пока-пока. Пока. 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 Ничего, что время 12 часов, а? Время первый час, 20 минут первого. Марьяна у нас не в одном глазу и весело, да? А? Лежали мы с ней, я вот пытаюсь обработать видео. Включила фонарик, чтобы показать вам. И все, и она вот у меня ползет к ноутбуку, по мне ползает, пыталась ее укачивать. А у нас вот так вот, видите, глаза бешеные. Ну-ка, покажи свои бешеные глаза. Бешеные глаза. У кого? У кого бешеные глаза? Вот так вот упустили. Момент немножко затянули. Время, пока собирала девчонок в школу, Марьяну вовремя не уложили. И смотрите, все. Глаза шальные. Спать вроде хочет, но нервная система сходит с ума. Да? Марья? У тебя нервная система с ума сходит, да?